Так, где мы? Мы где-то тут. Мы где-то тут, какой-то новый остров, какие-то полугавайи. Что мы тут должны найти? Мы тут должны найти, вроде как, что-то. I got some great bargains for you today. That's a real beauty. That's a real beauty. Дикой глав. Звучит хорошо. Мы даже трейлер видели по поводу этой штуки. Я посмотрел, как она работает. Бы. Ну я, блядь, все хочу посмотреть. Серьезно? 7500. Что? Канализации Гавайи Резорта? Окей. Такое прекрасное место, ты меня в канализацию хочешь отправить? Ясно, понятно. Hey, you two are the first friendly faces I've seen in weeks. You are friendly, aren't you? To you? Yes. To him? No. Well, friend, have I got a deal for you? Since the Blarg began dumping their toxic sludge into our ocean, the wildlife has, become ravenous mutants? Yeah, you could say that. All my customers сливает токсические отходы в воду. So I'm closing the place down. However, I just so happen to have one, count 'em one, O2 mask left. How much? It's not for sale. But you said... Да неужели? I had a deal, and indeed I do. You boys get rid of those Blarg ships, and it's yours. Just escort me to the other end of this resort, and you can use our jet fighter. Jet fighter, eh? All right, but you better not try to stiff us. Окей. В коем-то веке вы мне предлагаете действительно миссию, а не просто заплатить и получить. Ну-ка. Ты давай ты отойдешь. Скорт миссия, блядь. Ну. Слушай, а мы в океан можем спуститься? Наш герой плавать умеет. Это что за нахер? Так, короче, мы его проводим. Тебя правильно понял. А он нам взамен даст шлем. Доедем ли? Ты куда полетел-то? Там вон куча ништяков, ты куда? Бесящая рыбина. Здорово, Архимон. Три выстрела нужно.
Ну попадай, чё-то. Эй, мужик, уйди. Да ну попадай. Пять шагом. Окей, неплохо. Главное не уехать в пропасть. Это самое главное. Так, чипопадрон 121. Ну я бы здоровался перед шагом. Пропасть. Да можно еще хилочку? Пожалуйста. Ну пожалуйста. Вы еще подходите-то? Не надо подходить. Не надо подходить. Не. Вы вообще на суше вы передвигаетесь? Ну. Так, аккуратненько. Я так понял, я уже думал, ты без меня уехал. А, в этой игре, я так понимаю, лучше аккуратнее играть, чем проходить все задом постоянно. Такое я не готов. Такое я не подписывался. Поехали. Куда ты меня везешь? Блять. Ну, конечно. Да, конечно, ага. Десять из десяти. Откуда мы начали? А, с лодки. Тогда я не против. Я и расслабился, забыл, что они тут спавнятся. Ну, ладно. Ушла, говорю. Дважды бить буду. Сразу. Да ну хорош. Ты издеваешься, что ли? Шедевр.
Шедевр. Как-то далековато. Ну и какой у тебя максимум? Мой отчаянный друг. 20. О, боже. Плохая была идея. Да иди ты в пень. Почему нельзя было сделать чекпоинт после этой лодки, ёбаный? Ну ты серьезно? Да нет, я знаю, что там ритм меняется постоянно. В этом и был смысл. Я просто к тому, что 21, а надо 1000. Гранаты-то есть, толп-то от них. Камон. Да у меня ракетница, если я мог бы ракетницы прыгнуть. Там еще два оружия, на которые мне нужно. 7. Сколько? 22к? Поэтому я болты не хочу тратить на патроны. Да хорош, игра, ну ты че издеваешься? Все, я бью по одному разу, стою здесь. Только здесь. Ну вот здесь можно фармить болты. Вот ровно на этой херне. Но мне показалось, что лучше фармить в тех местах, где бесконечно эти спавнятся. Такие-то роботы, как в черепашках, эти крысоловы. Потому что там, если не ломаешь их этот, их базу...
То есть я могу в воде находиться? Интересно. Нет, это не мудрено. Просто я думал, что она меня убьет. Обычно так в платформерах бывает. Типа есть секции, которые, в которых можно только плавать. А на других уровнях, если ты в воду падаешь, ты как бы, ну, привет тебе. Игра настолько охренительна, что даже эти не респаунятся назад. Блоки. Здесь пробьешь? Хотел сказать, что хитбокс огонь. У меня патроны кончились. Куда-то полетела. Красиво. Куда ты понесся-то? А нельзя обычный мост сделать. Мужик, отойди. Ну, пробей ты сквозь эту штуку. Недалеко. А вы выпрыгнуть отсюда можете? Ну это, кстати, больше дамажит. Right there in that locked garage. One tourist crashes a jet and wham! Lawsuit. That lock is unlike any I have seen. Very astute observation, Mr. Shiny. I can't open it either. I don't trust the tourist. And the board of directors don't trust me. So we have a little problem. We have a little problem. I just want the O2 mask. So if you can't open up the lock, that's your problem. Now cough. Блять, на дядю Стэна похож. I can see that you really wanted to fly our jet. So I'll tell you what. Go talk to Bob in his robo chat. He knows about these locks. Так, нужно поговорить с каким-то Бобом. Вон там. Он знает, как открывать замки.
Дай хилку. Во. И все равно что-то покупать нужно, да? Hey, watch it. I recognize that work. Y'all been to CL, ain't you? Yeah, he installed the helipack. I can see that. I taught that idiot brother of mine everything he knows. Look, if you want some real hardware, I can fix this little helipack. Ooh. Will it help us get past that weird lock by the fighter garage? Ah, you know about Ella. Those gizmos, huh? Well, it sure as heck will. It's got a real special power slam move built right in. Power slam move? It's a good Хорошо. Thing I need this to get to that jet, or you'd be out of luck, pal. I've got it. I'll have you fixed up faster than a horny toad a hopping. Фармите, фармите. Better new. That's right. I am the man. Yeah, not bad. I am the man. И как это работает? То есть ты поменял. Воу! А что так высоко прыгать ты стал? Не понял, как я это сделал. А! Господи, какая странная комбинация кнопок. X, потом R1. Это румик. С меня все эти штуки надо сбить. Окей. Какая же игра Insomniac без такого уровня? У кого сейчас флешбеки этого начались? Спайра. Или краша, да. Краш тоже пойдет. Отстаньте от меня. Интересно, что они здесь мажут все время. Окей. Что это робобер? Головную штуку нельзя уничтожить, нужно уничтожать эти. Mission complete. Well, I guess that should do it. Here you go. It's about time. Так, кислородная маска появилась. Теперь можем под водой плавать. Вроде как. У нас есть еще здесь миссии. Вон туда нужно сплавать как-то. Да не-не-не-не, это мне не нужно. Тум-та-ту-ру-ту-ту-ту. Тум-па-па-ра-па-па-ра. Boom.
Ну и кислород тебе не нужен. Не понял. А к чему ты тут под водой? Чисто это полутать? Странно как-то. Куда ты поплыл? Окей. Чуть больно много болтов на этом уровне слили. Я переживаю, что здесь все-таки есть наверняка какое-нибудь ограничение, куда плавать можно. Поэтому я не буду далеко заплывать. Хотя, может, и буду. Нет, не буду. Тут где-то есть подъем, походу. А ты можешь? Нет. Мы уже там? Что-то я не понял. А как это работает? Остров как-то вылезает, что ли, или что? Не понимаю. Ну или что, рискнем туда поплыть? Нет, не рискнем. Не, подожди. Чего-то не хватает. Чего-то прям очень сильно не хватает. Как вот куска карты. Под водой быстрее плавать, не? Там была кнопка ж. Канализация какая-то была. Да? Вот здесь. Вот оно как. Я правильно понял? Это сюда? Да, это сюда. Отлично. Я так понимаю, плавать здесь придется достаточно много. Ну, это и неплохо.
нам же надо как-то, маску реализовывать. Ну и крылья новые. Клан, блядь, таким странным стал, капец. О боже. Это было легче. Включить, да? Чтобы дальше смочь. Да? Пойдем. Уи! Главное, меня не дамажь. Так-то у меня их полно. Блять, сука, как дам сейчас? С мелкими уж как-нибудь разберусь, я думаю. Прекрасно. Чё, время платформинга? Походу. Воу! Вот такого я не ожидал. То есть это так теперь выглядит прыжок вверх? Воу! Мама! Так. Открывай. А, еще здесь. Ё-моё.
Так, если сюда, слева будет загораживать. Если сюда, то вроде ничего никуда не загораживает. Давай так попробуем. Хотя нет, куда это загораживает. Угу. Бля, что-то сложно. Что-то сложно. Так, нельзя. Так, тоже нельзя. Так, вроде можно, кстати. Ага. Больше 20 лет. Да. От того и ремейк есть. Он, скорее всего, и был в честь 20-летия серии. Что, в ремейке нет перевода? Нет, последнее это последнее. Я имею в виду просто Ratchet & Clank на PS4. Хотя она, наверное, в 18-м была. Ну да ладно. Я сейчас не помню, это надо смотреть. Хм. В каком он там году был? Провальный. Чем провальный? Ее же не показывали толком нигде. В чем провальность-то? Записим нам сюда. И опять эти пацаны. Столько мне с ними драться. Не. Да бля. Ай, господи. Так, две. Так можно. Так можно, наверное.
хрень. Так, либо так, либо так. Давай от этого оттолкнемся. Смысл? Нет, 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 нет. Куда не шло. Ах, вот оно. Бергант Мэйдж. Это кто такой? Зеро. Эй, что ты делаешь здесь? Я ищу очень элюзивную и секретную субстанцию. Раритадиум? Может быть. Океаны на этой планете говорят, что это отличный источник этого элемента. Ну, не мне больше. Все это токсичное дампинг обскурило любые следы его. You will find Raritanium for me. No, I will not. Piece of junk. My latest invention, the Persuader. I intended to use it to control minds, but the only thing that got me so far is a discount from Gadgetron vendors. Hey, I could use that. Well, I'll trade it for some Raritanium. I believe planet Hoban is a source of that element. Our long-range sensors do not detect Raritanium on this planet. Our database indicates that the best place to locate this mineral is on planet Hoban. Ты найдешь Раритариум для меня? Нет, не найду. Контроль разума, блядь. Какой-то бэктрекинг начался по другим планетам, на которых мы уже были. Это все, что здесь есть, правильно понимаю? Да. Возвращаемся. Сюда надо будет вернуться еще раз. Да-да-да-да-да. Это пародия была на Звездные войны. Чего ты размахиваешь рукой, как джедай какой-то? Планета... Какая планета? Так я получил приз. Да? Может отдать его? Давай дадим ему. Заодно вспомним, чем на этой планете было. Так. I got some great bargains for you today. 15 7500. Жесть. Жесть. А что за музыка?
А, это с агентом поговорить. А мы можем как-то это по-быстрому сделать? Не надо так делать. Да прыгай ты, ёпта. Придется по кругу бежать. Ну ладно. Вот с этих штук тоже, по-моему, фармить можно. Более-менее. Да не все одноударные, их много спавнится. И вообще нормально. Ну ладно, добегу как-нибудь. На-ка! На-ка! Ящики респаунятся. Это такая планета, где в самом начале просто ящик в куче стоит. Просто туда-сюда бегать. С планеты на планету. И все. Делов. Так, мне нужно вправо. Я, наверное, мог просто спрыгнуть сюда. Поворотов, обходов и т.д. Не, здесь не так весело, как на другой планете было. Где просто штука их спавнила. Мне кажется, я выше прыгать стал с этой штукой, нет? Как бы я должен был бы уже допрыгнуть, нет? Допрыгнуть. Куча ништяков. Да, Артём. Ну-ка. Are you gonna represent me? You bet, kid. And as a signing bonus, I've got this. Cool helmet. That is a sonic summoner. It is used to attract sand mice. Right, and it's all yours. Well, I'm off to finalize the paperwork. I'll have my people call your people. Do you have people? The Sonic Summoner allows you to interact with the mysterious and intelligent sand mice species. Despite their innocent appearance, sand mice are very effective and aggressive hunters.
Блять, это... Да, это то. Да? Mouse will emerge to greet you. If the mouse likes you, it may offer a bit of high-caliber tactical assistance. А ну, что, временно или как? На территорию? Эта штука со мной будет летать и стрелять, это будет круто. Мне даже делать ничего не надо, ты смотри. Мы здесь все сделали? Да? Вот это я понимаю. Вот это было не зря. Единственный момент, что их нужно находить на карте. Этих мышей. Куда ты? Нет! Нет! Классно было. Это я где? Ой, бля, занулся. Ой, как же глупо сделано то, что после смерти у тебя экипировка слетает. Тебе нужно ее заново экипировать. Так, у нас есть все шлемы, кстати. Но мне нравится это, что здесь много всего. Другой момент, мне не нравится, что оно стоит. Я ядрил сколько. Вот это мне точно не нравится, что нужно фармить это все дело. Хочешь кататься? Да? Или как там в поговорке было? Любишь кататься? Любишь кататься? Люби и катайся. Что-то как-то вообще болтов не дали. Ладно. Пойдем на следующую планету, где мы еще не были. Где мы еще что-то не сделали. Так, здесь все. Все. Форт Крантос. Крантос? Это который? Это там, где кислорода не было? Или какая-то другая? Нет, какая-то другая. Это там, где нужны были сапоги магнитные. Да? А ну ж. Да. Здесь, кстати, есть робот. Я помню. Даже где помню. Вот где тут. Так, гаджеты. Нет. Sonic Summoner.
Ох, потеха будет. Давай. Прикольно выглядит. О, да. Хорошо, хорошечно. Так. Мне нужно до конца дойти. Теперь. Дрябню. Вообще красота. Эй, а ты чё? Он сломался. Видимо, лимит какой-то все-таки есть. А могу я его еще раз вырвать? Может, у него там ограничение по патронам? Давай посмотрим. Только вошли, уже 600 накопить успел. Не надо так делать. Я не совсем понял, может, его сбили? Там какие-то роботы, я видел, вылетали. Может, это как так работает? Так, здесь. Гаджеты. Магнибуцы. Он просто вернулся. Ядрить. Это Prey? Это Prey? Все вверх начало падать. Ну какой спрей? Prey? В Prey уже такое было. Ты тоже там какие-то дорожки вверх по кругу там нужно было ходить. Окей. Хорошо. Спускайтесь. Спускайтесь, я со всеми разберусь. Есть уверенность. Без уверенности! Подходи! Вы чё, тут-то вылезаете, что ли? А-а-а, здесь можно было фармить. Окей. Здесь можно было фармить. Но уже поздно. Я сломал их штуку. Ёпта мать. Так. Пиу! Пиу!
стрелять мне не надо. Пиу! 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 Так, 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 так. Отлично. Давай сюда. Давай, 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 давай. Пиу! 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 Окей. А как там был-то? Я уже забыл. R1. R1 квадрат, еще можно кидать ключ. Ну, для подростков, наверное. Там вроде что-то 12 плюс, что ли? Или что-то в этом духе? Ну, я бы сказал, да, не для детей, для подростков. Ты еще кто? А, вот и проводчик. The turret works fine, you little yahoo. It's the locals. They haven't got the skilled manpower to use it. I'm a pretty good shot. You? No, I could lose my job. Oh, come on. What's the sense of keeping up a turret if nobody's gonna use it? Besides, the blog chased you off the last planet. Why don't we pay him back? Well, all right, go on if you want. Just don't break anything. Okay. Сайд-квест на турели. Я даже не против. Давай. Как на нее залезть? Ебать, турель. Так, эти штуки надо сломать, да? Ты чё там не надо? Блять, в меня что-то еще летит. Сколько вас тут? Надо на радар смотреть. Надо смотреть на радар, откуда ракет летит. Справа, справа, справа. Где? Я не вижу. Сколько стрелять, не? Да как я попал же? Вылетело. Чудо вылетело.
Где? Ну что это такое? Я же попал по ней. Что такое? It detects underground bolts. Подземные болты? Чё? Since you now own the metal detector, a bolt icon will show up on screen whenever you are near a buried stash of bolts. When equipped, the metal detector will give you signals to indicate your proximity to the buried bolts. The detector plate will always indicate the direction to the bolts. Hold down the circle button to activate the device. As you move closer to the bolts, the rings will become redder and the beeping will become faster. Continue holding down the circle button, and once you are directly over the bolts, the metal detector will suck them out of the ground. Ну это прям фармило какое-то, да? Прям фармило какое-то. Так, подожди. Это все? Да, это все. Давайте свалим отсюда. Гаджет один. Один, два, три. Три гаджета осталось. Ну, если это все заполняется, конечно. Как мне вернуться теперь? А там не было ничего, чтобы можно использовать, чтобы быстро вернуться. И это как взять? Ты что, угораешь? Там лодка была, вон. Охуенно. 10 из 10. Корабль меня. 9700. Не помнишь этой штуки? Бывает. Чё купить эту хрень? Вот эту. И накопить вот на это. Давай, ладно. Чего бы это ни было. Что, это просто перчатка какая-то? Которая ничего не тратит. Шедевр. Наружка еще порядочно. 5-6 точно будет. Но одну я точно не смогу убить, потому что 150к копить я не собираюсь. Здесь все. Можем теперь сюда отвернуться. Как Данте из The Devil May Cry. Да, это такой. Да, конец-то. Наконец-то. Теперь я могу что там здесь ходить. Теперь мы можем это все обследовать, по идее, да? Хорошая штука, хорошая. Так, ну-ка пару минут перерыв сделаем.